Буги, спасибо большое за донат. Кобра Бомж называется. Мне кажется, это фейковая цитата, не верю. Я ради интереса погуглю. Сомневаюсь, что Линдеман такое сказал. Это, скорее всего, фейк. То есть, как бы, я не знаю, у меня длинное все. У меня длинные волосы, у меня огромные руки, у меня ноги 45-го размера. И, соответственно, как бы... Ну, показывать не буду, но не жалуюсь. Да фейк, скорее всего. Наоборот, как бы, все обычно. Главная проблема цитат в интернете — их неподлинность. Цитата Владимир Ильич Ленин. Ну, хотя даже если бы сказал, то ладно. Важнейшим искусством для нашей страны являются гачи-миксы. Китайский философ Ляо Сыч, 228 год, ДНР. Самых юных лет. Бомж, капра-бомж, капра-бомж. Вот честно, кстати, а чё бы бласт-бит просто не наложить поверху? Смотрите. Если всё, блин. Да-да-да. True культ капра-бомж. Прикольно, это, ну, видимо, по правилам латышского написано, скорее всего. Z перечеркнутая, типа. Важнейшим искусством. Они знали! Они еще тогда перечеркивали букву Z. Они знали. Обосрался и поел говно. Так. Да. Ленин гриб, как говорится. Вот. А Сталин умер, обосравшись. Отчего добился ты?